Я готовий. Дарнел Едж, Гровець БК, БК Миколаїв, Дарнел, what you can say about this? You know, they made shots early on. I think we did a great job of fighting back in the second half and then putting ourselves in a position to win the game. We just got to do a better job of not getting down so early on. And we just got to do a better job of closing in on defensive assignments and making better plays down the stretch. Ви пропустили багато таких суперника на початку, але зробили дуже хорошу роботу наприкінці, зуміли практично нас догнати, але не допрацювали до кінця і поступилися. Окей, thank you very much. Thank you. Денис Радобуйко, тренер БК Миколаїв, що можете сказати? Ну, хочу поздравить Черкаса с первой победой в чемпионате. Ну, как и сказал Эдж, что мы не могли три четверти подобрать, да, какие-то ключи к защите против Черкас. Нам много забили дальних бросков. Я считаю, это главный аспект победы Черкас. Ну, смогли навязать борьбу только в четвертой четверти. Неплохо защищались, убежали, забили тяжелые мячи, как бы вплотную подобрались к Черкасам, но в конце не доработали вот исход игры. Так что вот так все. Поступалось практически весь матч? Да, кинситики, как говорится на украинском мове сказать, подобрались к Черкасам, смогли защищаться. В этой четверти ребята отдались на 100%, чтобы... Ну, можливо, що казали команді, як ви збігали, тому що дуже велика була перевага мапі, вони практично ледь втратили. Я не можу відповісти зараз на цей питання. Ну, как бы... І я бачив, счет говорить, почитати, що ми виграли 10 очков останню четверть, 18-28. А три четверті просто не могли зібратися.